одного еврея. Она не вышла замуж за седого араба. Ее не причали ни Чикаго, ни Бейрут, ни Ханой. Она хотела каждый вечер возвращаться домой. Она жила на Сумской, ее подруга говорила: ну какая ты дура, ведь там такая жизнь, там такая культура. Там выступает Майкл Джексон, там Мадонна, там играет вода. Ей надоели псевдозаграничные разговоры. Она молча доедала свой ужин, наложилась спать. Сославшись на то, что ей очень рано вставать. У нее был парень, гитарист и певец. О нем говорили, это полный вперед. Он играл буги-вуги, пел блюзы и рок-н-ролл. Она любила его, он отвечал ей постелью. Она мечтала стать второй его тенью. Она терпеливо дожидалась, ей сбыстроли его. Он приезжал, напивался и орал, что совок дерьмо. Он называл ее бэйби, а она его милый. Не было тесно в ее тесной квартире, когда он приходил по ночам месяц раз в три. Ей хотелось кричать: возьми меня, любимый, возьми. Он трахался молча, потом мгновенно засыпал. Потом она на работу, а он на вокзал. Гостиницы, вино, телевизор, барабанщик, сосед. Сделает минет. Оказалось, что она беременна с месяца. Рок-н-ролльная жизнь исключает оседлость. Кому мужу пригласили в Копенгаген на гастроли его. И все кругом говорили: добился таки своего. Естественно, он вернулся назад. Ну, конечно, там рай. Ну, конечно, здесь ата она. Что она родила и с ребенком живет. Говорят, музыканты самый циничный народ. Спросите, что дальше? Ну, откуда мне знать? Я все это придумал сам, когда мне не хотелось спать. Грустные буги, извечный ля минор. Ну, конечно, там рай, а здесь ад. Вот и весь разговор.